Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это рубрика «Тайны за Айл в Риме». Мы знаем, за Айл связывает достаточно много гипотез тайн с лором игры. Практически во многих других играх есть пасхалки. Что такое пасхалка? Это секретное послание в игре. В том же Legacy мы с вами в одном из роликов тайн разбирали происхождение каннибалов и людей в игре, а также слышали их голоса. В прошлых сериях тайн мы слышали удивительные звуки, возможно, будущих игровых динозавров в игре. Многие игроки, кстати, не обращают внимания на многие происходящие вещи. Но есть люди, которые хотят изучить и изучают внутренний мир The Isle, ведь многие происходящие в игре вещи так или иначе подчеркивают нам будущее и прошлое. Да и сами разработчики любят нас подразнить чем-то новеньким. Ну а в сегодняшней рубрике «Гипер-Гига» на Getaway. Да, сейчас ты такой начнешь писать и думать, чего, блин, за чушь. Отдельное спасибо Ланели за помощь и поиск. В общем, сразу скажу, да. В игре до гиперов еще очень долго, но их крики можно услышать как рандом, вставленный на карте в ночное время. В дискуссии Ланели увидел, как один игрок скинул краткий отрывок видео и подписал «Гипер-Гига». Мы решили с Ланели это проверить, вернее он. Он провел долгие дни и ночи в игре. Что из этого получилось, смотрим. Сделайте звук погромче. Лично я прослушал раз 15 и сравнивал с оригиналом. Первое. Оригинал игрока. Второе. То, что нашел Ланели. А теперь третье. Оригинал крик «Гипер-Гиги». А теперь сопоставьте все эти три звука. Да, возможно, вы могли плохо услышать, но при монтаже я выкручивал звук на максимум и скажу однозначно, это звук гипер-гиги на Getaway. Вот вам еще очередная раскрытая тайна. Теперь уже Getaway. Пишите тоже свои догадки в комментариях, буду рад почитать. Ну, обязательно палец вверх, подписка на канал.